Всем привет! Мы едем за подарками девочкам на Новый год. Я сама только. Мне Лиана говорит. Мандаринки взяла, да. Они запах почувствовали. Вот я мандаринку почистила. Не успела ее попробовать. Расул купил. Попробую. Сегодня. Они абхазские. Да? Там знакомый привез. Вкусные. Самые вкусные здесь это абхазские мандарины. Сладко-кислые. Ой, Расул, извиняюсь. Не. Давай. Я за рулем, отвлекаться нельзя. Сегодня Расул не в кадре. В отпуске. Так. Мне Лиана говорит с прошлого года о подарочке под елкой. Будут, нет? Говорю, ну да, будут, Дедушка Мороз. За хорошее поведение вам принесет подарочки, подарит. Лиана говорит, Деда Мороза не бывает. Ну, сейчас я буду доказывать ребенку, что Дед Мороз есть. Конечно же, я доказывать не буду. Сейчас дети чересчур умные. Так что, вот я в открытую говорю, девочки там сидят сзади, что мы едем за подарочками. У них под елкой на Новый год будут подарочки, как обычно. Вот, я снимаю, то газ заканчивается, то бензин, то я не знаю, еще что-то происходит. Все. С наступающим вас! А, да, самое главное, с наступающим Новым годом, чтобы в новом 2020 году у вас было миллион раз лучше, чем в этом году. Самое главное, здоровье, счастье. Кто о чем мечтает, чтобы это обязательно сбылось. У нас дождик, погода такая, знаете, пасмурная. Вообще, вот на данный момент новогоднего настроения нету. Почему-то. Потому что снежка нету, холода нету, мороза нету. Но все-таки на Новый год, 31 декабря, будет настроение. Солнечная погода будет. Под бой куранта будем отмечать. Вот так вот. Сейчас главное найти подарочки, которые девочки захотели. И все, упаковать их. Мансур спит. Ночью не спал он у нас, как обычно. Зубки режутся у Мансура, вот он ночью не спит. И мы тоже не спим. Мандаринки хотите? Да. А вы не испачкаетесь на курточке, девочки? Мы не испачкаемся, мы просто... Сейчас я вам подольки дам, чтобы вы аккуратно в ротик положили. Ой. Ну, держите, девочки. Лучше. На. Вот эта вот штучка, да, которая держит телефон, она крутая. Ой, крутая, говорю. Она и крутая, и кривая. Расул. Круто-кривая, да? Привет. Во-первых, ассаламу алейкум всем. Ребята. Не знаю, почему-то, когда я на тебя камеру поворачиваю, я такая бываю светлая, ангелочек прям. Это от меня свет идет. Да? Да. Угу. Лучезарная. Девочки, спойте песенку. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. Ты как Снегурочка, да? Настроение поднимаю своему любимому мужу и своим детишкам. Спасибо. Джинглбелл, все. Так, мы уже доезжаем сейчас. Возьмем подарочки. Ой, у меня такая привычка вот эти волосы постоянно трогать. Меня уже сама она начинает нервировать. Можешь мне трогать, да? Не знаю. Надо мне найти человека, чтобы он мне их поправлял. Смысл найти человека? Ты что, с ума сходишь? Ну, стилиста или там кого, я не знаю. Ой, Расул что-то застеснялся. Первый раз.
пожелай в новом 2020 году. Они знают, что я желаю, друзья, подружки, соседи, всем только вам хорошее. Счастья. Всем родным, всем друзьям счастья, здоровья, много денег. Ну, деньги главное. Это не главное, знаешь. Много нет. денег, счастья нету. И вообще деньги, они, да, знаете... Да, оставлю эту тему сейчас. Нет, тема вот начал. Всегда у меня одна и та же тема. Так, у меня, знаете, всегда какая тема бывает? Тема насчет денег. Деньги вообще это не главное в жизни. Если у тебя есть внутри счастье вот тут, оно и без денег. Просто деньги это такое, да, они нужны для существования там. На необходимое. Одеться, покушать и чтобы жить было где. Ты реально забрала? Я же Фатиме давал. Да, а вот чтобы постоянно там думать... Там я это хочу, то хочу. Вот так жизнь и пройдет у вас. Хочу, хочу, и вы на пенсии. Хотеть не надо, надо делать. Стараться. Нормально делай, нормально будет. Дети остаются с Расулом в машине. Мансур спит, я пойду одна быстренько выберу подарки. А, кстати, Мансурчику тоже будет подарок. Это у него уже осознанный первый Новый год. Он телефончик постоянно просит у нас, наши телефоны, а я сейчас ему куплю игрушечный. Карту возьми, да. Все, подарки купила, сейчас едем за продуктами. На Новый год буду готовить оливье. Что я еще буду готовить? Что я еще? Манты, потом курочку запеку. Посмотрим, насколько сил хватит. Столько всего я приготовлю. Еще тортик хочу приготовить. Не знаю, что со мной потом будет в конце. Расул меня будет откачивать. До 12 часов, если я выживу. Все. Едем, конечно же, в Мегу. Башан. Сейчас покажу вам погода, какая у нас. Смотрите, сегодня Мансур как у нас одетый, с подтяжками. Мужик, наверное. Да? Сегодня людей много, да, Расул? Да, у него здесь пистолет. Где? Здесь пистолет. Да? Сегодня очень много людей. Последние дни для закупки, для Нового года. Да, воскресенье. Натуральные продукты. Я попрошу людей потихоньку. Готово? Они сейчас танцевать будут. И вниз. Давай, давай. Побежали. Не заходите. Ну молодцы, как минимум камера. Просто. Великолепно. Но в целом, я думаю, Мансур, красивая девочка танцует. Ай! Нравится, да? Туда, дети играются пока.
Покупки сделали, сейчас уже будем пробивать на кассе и поедем домой. Манчу! Ку-ку! Да. Не-не, это нельзя. Манчу, ты что делаешь? Вот он, ему нравится вот так вот дырочки, дырочки находить и туда что. Ну, в общем, у него любимая вот такая вот игра. Мансю! Ку-ку! А ты ходить не хочешь? А? Давай, иди. Где мячик? Где? Где мячик? Мансур, на машинку, на. Нет, ему машинка не нравится, ему нравится ослик или дракончик. Ослик в виде дракончика. Вот, его любимые мячики. Фатима играет. Вау. Все, я осталась тут. Я, как всегда, последняя. Лиана, Лиан, Фатима, Мансю. Все, наконец-то домой идем. Все, на Новый год готовы, закупились. Но мы уже купили, в принципе, неделю тому назад те продукты, которые долго хранятся. Манси, ты не устал? Устал. Устали? Посидите тогда, девочки, чуть-чуть. А где машина? Я забыла. Устали? Да. Все, едем сейчас домой. Буду разбирать все. Прибираться дома. Завтра буду уже готовить салаты. Основное сделаю, а уже потом самое быстрое. 31-го буду готовить. Ой, у нас да, здесь полез. Кошмар, у нас все забито. Это что такое? Вся грязная машина, Расул. Да, кастрюля осталась тут, видишь? Я еще что делать. Это все осталось за 2 дня до Нового года. Яблочки. Ну, в общем, все. Кинза, там зелень. Увидимся в Новом году уже. Всем пока-пока.